Как град, град идет. Ага. Захватили уже. И как сделать, чтобы вы не боялись? Наверное, только Путин. Раз позвонил, все, у нас нету проблем. Я не боюсь, я не трусь. Я нахожусь в селении Сотк. Это буквально 5 километров от азербайджанской границы. И один из разрушенных домов. Попадание прямо в стену, в спальню. Но чудом никто не погиб. Именно здесь ужасное разрушение. Больше всего пострадал этот регион от обстрелов. Порядка 60 домов разрушено. Несколько погибших. Через 10 минут или 5 минут, не знаю, мы бегали 12:10. Ага. Потом это было. Как град, град идет. Местная жительница рассказывает о том, как она в 91-м году застала обстрелы и как она в 2022 году застала обстрелы. А самим-то за свою жизнь не страшно? О, ладно, уже все равно. Уже как 3 дня нет никаких пристрелок, нет никакого огня, но люди до сих пор уезжают, потому что их дома просто разрушены. Они понимают, что через несколько месяцев может возобновиться, и они могут уже просто погибнуть. Я хочу уезжать, потому что тут никого нет нас защищать. А вы тут были, когда обстрелы начались? На меня стреляли, на меня, отлично, на меня. Иногда встречали местных жителей, которые уезжали, забрав с собой буквально все свои вещи, вот в корпус грузовика закинув шкафы, какие-то стеллажи, там же вещи, там же чайники, сковородки, посуда. Захватили уже. Всю Армению захватили, не только это нашу деревню. Сказал один из местных жителей, он сказал, я не хочу быть жертвой азербайджанских военных. Я не трус, но я покидаю свою землю, дом, в котором я родился, потому что просто не хочу быть убитым. Сейчас в безопасности себя чувствуете или страшно пока до сих пор? Ну, опасно, да. В любой момент можно. Может начаться карантин. А как сделать, чтобы не стреляли? Как сделать, чтобы вы не боялись? И кто должен это сделать? Наверное, только Путин, Владимир Владимирович, которого я очень сильно уважаю. Здесь, на границе Армении и Азербайджана, должен через Путин? Трубку он раз позвонил, все, у нас нету проблем. Вам сейчас страшно здесь? Здесь? Что? Я не боюсь. Я не трус. Я не боюсь. Они землю хотят, а мы не даем. Поэтому. Это все одна семья. От их дома осталась одна прихожая. Чудом никто не погиб, потому что в первые часы они покинули Сотк и вернулись только через несколько дней, обнаружив, что от их дома ничего не осталось. Снаряд попал прямо в окно. Также была рядом следственная группа, которая фиксировала все эти обстрелы. Но это совершенно мирное село. Там, конечно, в 5 километрах находятся азербайджанские военные. Их видно, потому что Сотк, он в такой низине находится, а сверху холмы, даже горы, по которым передвигаются азербайджанские военные. Для Азербайджана это традиционная политика запугивания. Это примерно то же самое, что делает Россия. И это одна и та же школа, и это наследственная диктатура, пожизненная и так далее. Поэтому они как к собственному народу относятся, так и относятся другие. Поэтому да, вот это запугивание, брать на страх, заставить, принудить, сломать через колено, добиться своего любой ценой. Азербайджан хочет принудить Армению к мирному договору исключительно по своей версии. Азербайджан торопится, и Азербайджан считает, что он не добился того, чего хотел в течение 44-дневной войны.